последнего шокета, оправдание. Да, да, да. Налево, я вот так показала. Оригинально. Надо тоже не опозорить. Ну, конечно. У нас, знаешь, как говорят, стать такими мужчинами. Ты что, в армии не служил? Что там было налево, Ишат? Выращивает овощи. У нас именно вот, посмотри, как обычно овощи выращивают в горах, именно вот рядами. Какие? Что? Морковка, овощи, картошка. Вот плантации. О, хорошо видно сейчас. Ой, вот отсюда смотрите, хорошо как видно. Красиво. А почему огурцы, помидоры не растут? Растут. Да? Огурцы растут, а помидоры не видела. Помидоры есть, только они какие-то такие. Никак в Азербайджане. Азербайджане самые вкусные помидоры. Мы кушаем. Зеряем вот именно вот листья в Азербайджане. Да. Такие помидоры. Мелкие вот такие, небольшие. Мы кушаем зимой. Вот ваши самые лучшие. Там одни питомники. Вот самые лучшие. Только они у нас стоят. Вот, запомните, Кишина. Вот спрашивайте, шампишки. Ой, да нет, какие там, Леша? Дай бог, чтобы вкус какой-то был. Леша, это уже никакого сравнения не имеет с тем, что было раньше. Конечно. Когда раньше вообще было. Бабушка в Краснодарском крае жила, у нее бычье сердце вот такое вот росло, и там все просто услышали? Ешь как персик. Третье место по экспорту чая Шри-Ланка занимает, первое место по качеству чая. Цейлонский чай, вообще Шри-Ланка это раньше Цейлон остров называл. Чай собирают только руками, у нас никаких машин не используют, ни комбайнов. Мы поняли, нас тоже заставили собрать. Заставили вас? Да. Принудили? Да. У меня вопрос. А потом еще и деньги забрали наши. Вопрос. Да. В армии сколько служат? В армии. У нас контрактники. Только контрактники? Только контрактники. Платят? Конечно. О, это как в Америке. Женщины есть контрактники? Есть. А вы не видели много женщин? Нет, я смотрю, да, а это как, отслужили или как они призваны, мне просто интересно. Это хорошо, что контракт, а у нас принудил. Мы в состоянии войны. Право, случайные плантации. У нас должно быть так, да. Не должно быть. Как нет, состояние войны, где мать? Ой, а вот Вера, направо, посмотрите, элемент осени, красное дерево. О, налево, это у нас теперь это лево. Это право. Это у вас у мужиков там лево. А вот сейчас направо. Сепарейт, короче. Ой, сухо. Прям как у нас, стоят на дороге. Оля, когда приехал, а тут надпись какой будет? Добро или могу? Два года назад? Да. Добро. Самый дорогой чай. Вот это место? Да. Ну, смотри, просто фабрику упаковку очень дорогие. А я вот так и знал. За счет упаковки я так и знал, чай? Что хорошего чая не попьем. А если самый дорогой чай выходит? Из красивой упаковки. Высокогорный чай считается.